Это новый хант, нахуй. Он будет ровно до того момента, когда ему волю выбьют, Здорово, ребят, кто не видел. Привет, привет. Шейп, как раз два танка есть, пошли интервью, пока Андрея нет. Я точно, Саш, на этом быть, на шаманке. Сэнджик, да, точно. Шо мы, грязь сегодня с тобой делаем, блядь, на этом ебаном ребре? Я пробуем. Конечно, блядь, у меня БДК не дымарыш, ну хоть... Хотя 15 дам, блядь, с грязью. Те, кто сидит ниже, пустая, седьмая, вот моя группа, не то что свободная, они на замене, то есть, когда вы будете некоторые люди нужны. Саш, если я с первого раза не отвечу, пожалуйста, позови меня второй раз. Хорошо, нет. Тебя и третий раз позову Лерка. Почему твой номер только у Саши, Лерка? Он женат, ему нельзя в бельдяшке. Ну я не об этом же. Как мы тоже. Что-то опакало в рекламу, не видно. Так это трэш, ебать, вот. Ты должен быть на месте. Почему он ходит, а не спекнулся? Да нет, блядь, пока голды на камне. Что ж, блядь. На этой... У тебя нету случайно слов спектра уходит, он даже с этими камнями, он с РПБ и так тоже. Я думаю, у меня ПВПшный. Да сейчас анхолик РПБ, заебись. Там же... Он в РПБ даже захерачит нормально на данном этапе. Там удар плети вообще запробиваемый, да. Есть анхолик? Пойду сделаю. У меня ПВП. Я вратал поставлю, пока сумонит. Не надо, у меня врата смерти есть, Саня. Да давай илкашные камни вставляй прям в ШМ и бегай. Да не надо, не слушай, ничего не вставляй. У меня ШМ. Сделай анхолика, и ты будешь сдавать больше, чем БДК. Будешь сдавать только один ДП. Мне очень стоило, что ни одного ханта не пришло, это пиздец. А сейчас шнурки же, да, собирает осколки, получается, да? Да, шнурки и вакати. Ага, а кто еще? И вакати. И робот. Декс? Декс, когда убиваем леди, тогда Декс играет. Так пока вакати. Понятно. Но я к тому, что мне вообще никак нельзя туда запилиться, да? Независимо, что я там в гильдии я долго. Просто ДК. Просто ДК, все, ладно. Не, я только спросил. Ну, я тебе просто ответил. Ну, все, базара нет. А Декс это КГЗ? КГЗ который? Декс это Дексиона. Он и будет вечно холод собирать. А, на Лока, все, понял. Все, это же надо Джайна убивать же, да, вроде или как? Да. Надо леди убить, потом Джайна. Все. Так сказал, надо леди убить, а потом Джайн. Я просто помню Джайна на X2. Это пиздец. А еще убили, кстати? А, поверь, пока осколки были на собрании. Сегодня будут бить, ребята. Лича убили уже. Лича убили. Убили Лича, да? Ну, так я сказал, что убили. А чё по хп у него? 215 миллионов. Как на X3 вроде. Не, там 200, больше 200 миллионов еще ни разу не было. Или на X2, ну короче, когда на X2 трайли, у него выше 200 было. Не, самый максимум был 200 с чем-то миллионов на X1. Или X1, да, там Асгарды что-то 2 месяца трайли. Я боюсь представить эту сову 268-277 шмуте. Уж. Так, смантил повода. На помощника этот тебе Зерон, расставь метки. Ты, кстати, метки по РНЖ расставляешь какой-то или плюс минус наугад? Чтобы знать, не стреляй себе. Я думаю, по РНЖ, конечно. Так, сопрот. Ты только уфологу и хпсные фласки тоже уфолог возьмет. СПДшные фласки его это определенно, еще пока нельзя дать им чуть времени. АПСные сосуны будет вот давай. Бон взял уже. Бон, значит, бон ты
зоны опасной классы. Замыть микрофон, Христа ради. Так, я МКшку закину. И пилот будешь на подсейве. Мы, Влад, Джанг с тобой бегаем. Сооружение должны кто-то. И также пилот давай в демона. Еще Маша не взял класки. Сейчас маним лопакава. Да погодите, у меня все виснет, блядь. Давайте обмен до пласки, пласки пока не бейте. Так, у нас дохерища локов, поэтому СС пилок на Сензикса, Будрелен, Уфолок, Дексиона, Лакати. Джанг оставляешь твой СС. Все, буквально минуту, блядь. Если кто-то падает на того и закидываешь. Именно из танков кто-то падает. Претендер касается тебя, ты всегда бегаешь за рейдом, в огне не горишь. То есть на месте почти не стоишь. Рейд перебежал, сразу же перебежал, это анонсится будет. Когда будет закидываться, тып будет бегать слева, определенно справа джанг, свечаются в эти тыпы, в остальные тыпы не свечаются. По остальным попам играют шнурки, трусователь, майлик, ну и давай бэтик, ты им тоже помнишь, перезовешь. Четвером свечится. Если из них кто-то кидается, пока ты тоже еще ударом смерти кинать. Ну и так далее. Свечишься в шипы. Ну сейчас, блядь. Ну вот из-за хантов мы, я не знаю, мне кажется, леди посвящен. Лучше на пулоне. Всем привет. Сейчас я молодость не куплю. Да пиздец. Пока все развиснет. Кони двинуть можно. Уфолок, Сенджекс и Вакати. Ну я не успеваю к тему прикать. МТ будет Сенджекс. Андрюха, Сенджексу и Вакати дай хп с моей классной. А пока принимай свой внутрь тени. Так мы так же, как и раньше, бьем, ничего не поменялось. Да, ничего не поменялось. Ты так же блинкуешь. Я саппорт у Андрюхи взял, лучше саппорт, он все равно мне потом в лужах стоять тут. Бери сопрос, значит. А пока, ну что там у тебя? Да сейчас, блядь, принимаешь. Там спек хоть с Анхоли стойкой сделали. Все, дом. Зерона тут? Блядь, не люблю эту самую спешку, блядь. Это сюда, это сюда. Азерона. Так, кого там фласки? У мастера Бонда и Сацуны ДДшные. СПДшные определенно войт. Понял, сейчас. Выберу фласки вас. Короче, ничего-то нихуя не помню. Здоровался, не здоровался. Еще раз всем привет. Здоровался. Да. Азерона тут? У него выключен наушник в Дисе. Блять. Сейчас напишу. Да, тут. Поставь метки, пожалуйста. Две. Остальные люди знают, что идет. Бедюок, ты в демоне и будешь на подцеле, если что. Напомню тебе. Все, на подсейве всегда нас. Претендер, смотри, на второй на фазе, когда он вихрует, в ромбик становишься, так всегда бегаешь за паладином. Вот я на него квадратик поставлю. Готовность на пол. Сейчас рыбку ставлю, готовность на пол. Блять, поставьте ГБ, пожалуйста, рыбу оставил. ГБ все. Купите рыбу. Есть у кого квест на ребро? Геру, если что, с пула, роги первые триксы друг на друга, ой, на танка Сенджикса, потом смотрите по ситуации. О, Рианти еще пришел, заебись. Рианти, шпертник.
100 лет за АДК не играл, блядь. Шкил Нарди лучше закидывать какого-нибудь, не знаю... Может, на Апокалу лучше кидать скилл Нарди? Конечно, надо на кого силового кого-то закидывать. В АДК по-любому закидывать. Скилл Нарди. А вот три этот истерею, смотри сам там, не знаю, либо на кота закидывай, либо на мистера Бонда. На мистера Бонда профитно. Все, все готовы. Джан, ты справа начинаешь, я слева. Смотрите, главное, сразу все бегите. И в лужах не стоим. Бля, я без припота. Ну, на шара. Чипы скоро. Меня разбили. Слева РДшники, левого разбили. Быстрее, еще никто не играет до сих пор. Ну, тут же, сука, через лип играть. Самое плохо слышно. 3 секунды выход. Жан, подбеги ближе. Все сбежались в ромбик. В ужах не стоим. Жан готов все убегать. Давай, Джан. Сбегайте все, не горите только. Пипелок. Не горим, не горим. Тупы разбили милики. Повага поднять. Машка, Нинер, по себе претендер по спереди. Морский пас Сацуны. Приготовились. Дексион быстро разбейте. Фолога поднять на пол. Веску можешь закидывать Будрелла на один Будрелла. ХП. Дексиона быстрее разбить. Надо быстро, максимально. Все можете мелики свечи. СРДшник тоже там идите. Вак, подбеги, вихрь скоро. В ромбик забежали опять. Я сейчас сокрудую. Да, ну да. Ой, да. Пошки, пошки веди, закинь. Разбежали. Попробуем еще, попробуем. С огня только выйдите. Не стойте в огне. На сейф какой-нибудь один тыкните. Тыкнул. Войд, как станешь в свободное место, нажми гимна ману. Дневная гимна хп нажми. Только как от огня отойдет. ПР по Эли быстрее претенд. И сразу рибаф. Ну. Пятая пати. Изморский. Под лицо что заходите. Дексионе БР изморский быстрее. Маска БР по биению Бинаси. И ребафните их. Все. Андрей, вы БРнич потом претендуете на фазе. Вих. Скоро вихрь. Подбежите диват. В ромбик сбежали. По Иннер, по Элле.
Окей. Шаг гимноману можешь вырезать. Вот, вот готов все перебегать. Не горим. Ловите Бенни Бенаси. Вставай, Бенни Бенаси. Ловите его. Ладно. Я совет тоже дал бы, не знаю, что не стоит. Он уже вставал и сдох. Веру дайте для тех, кто умирал. Это чипы скоро. Меня разбили, и Дексиону и схапало быстро. РДСники по мне, мирики в мире зоне. Есть тинар по сосуду? И по... Да, по сосуду давай из Морски и Маша по Эли закин. Это у меня жена говорит. Сорян. Влад, готовься. Прыгать. Прыгаем. Во мне не стоим, ребята. Вау. Меня разбили и до Ксиона. Ну, быстрее, долго. Пошло бы, вставай, ловите. Закастуй джамп по нему СС. Пологу шип кинул и топала. Нажми массей кто-нибудь, любой. Шип скоро будет. Джанка разбейте слева, джанк приоритетом. Еще 5 минут! Уезжайте куда-то. Да ну, блин. Куда? Молитесь? Там у меня макароны. Шип и вихрь скоро. Вихрь, Влад, побеги ближе. В ромбик сбивай. Еще один вихрь будет, нет? Наверное, да. Влад, готовься. Может, не будет. Не будет. Так. Из Морски как катится Инер, зальешь по Эле. Маша по Аскибиди зальешь. Если есть гимноману, можете тоже закастовать. Меня разбили. Пока прыгнул, да ты. Да я, блядь, от кого? Скоро шип. Приготовьтесь разбить. И вихрь. Шип в начале. Эу, разбейте. Вихрь. Влад, побеги ближе. Хорошо. Ромбик добивайте, босс. Да кто же нам шип ты нахуй поставил? Вот. Вам с первого края. Да. А, Женя, скидывай вот. Шаманы ГЦ.
Ну да, просто. Вот. Может, да, сразу да. Разролим, зачарим, чтобы на леге-то посидим. Пока трэш. На X3 помню. Готовы были а продать. Смотри, не пришел бы еще хоть один танк одетый. Бля, ну шипы тут хороши прям. Короче, по опыту. Тут надо либо, чтобы все милики били босса по КД, ну, на второй фазе, иначе просто дэм уже не хватит. Но тогда они будут духов по КД ловить. Так, давай. Эмобой здесь. Расставить метки, поможете расставить Андрюха и вот по кругу. Так, Бенгинаси готов все на замену пойти и, наверное, Изморский пойдет. Двух РГДшников доберем. Надо больше ШП добирать. Вообще нормально. Бенгинаси прислал, доберем его. О, не, ШП вообще по кайфу. Ох, нихуя. Вы задолбали со старфолами своими, блин, ну хватит их, не знаю. Самое охуенное, убили босса, и он, блядь, целый ряд стоит АФКшит, блядь. Черти, блядь. Я сейчас убил за то, что стоят АФК еще, да. Я приморозил, бегите. Помощник, блядь, приморозил. Он шутит, блядь. Хекс дал помощнику. Не, ну, бейте. Ну, вы будете телепорт делать или нет? Их, помощник, да, давай. Зачем ты молнии помощника бьет? Смотрите, там помощник сразу стоит. Фиксую его. Нихера выйдут эти помощники. Вамур, ебать, блядь, помощнику на молнии. Красиво. Да у меня фул рейд не тянет вам спать. 40 человек? Да. И не мог ханта. Помей меня, здесь все на 5 хилов не надо. Возьми шипа какого-нибудь. Все, на ДПС не хватает. Еще как вариант, если прям, ну там потратить, условно, мобов плохо заливается, он. Есть билд великолепный на ДК. Можете попробовать. Не беспокоиться, у нас на пуле ни одного нет. Две роги нормально. Да не мультики. Они очень много ДПС потеряют, просто оба. Очень много. Ну, лучше ДПС потерять, чем пару миликов. Не, тогда так и будет, они уже не будут по боссу играть. На Бенгинаси остаешься тогда. Рианти в рейд. Ну иди туда, Верон. Спасибо, и так что пришел. Я просто пока. Пиздец, я тут леди, нахуй, я скоро с ума сойду. Ну хорошо, иди отдыхай, только не уходи далеко, я что-то будет нужно. Чтобы он дальше, если он нормально пойдет. Не будешь прессовать, нам нужна была. Для контроля. Да просто надо шпшек штук 6 брать. Только где их взять, сука? 3 есть тут. Так, ладно, я пока некоторых людей покикаю, да, и поначислил он. Блять, ну Сань, ну... Бля, извиняй. Не пульси пока, блядь. Что, пока комбат. Бля, Женька кикнули. Да я тебя начислю потом, день. Так. Дэн из Мордки пойдешь на замену потом.
Ладно, вы пока бейте трэши, я мне просто... Ну, я вообще по-другому планировал, что будет. Я планировал хотя бы два хана придет, ни одного не пришло. Почему ты обиделся? Не пошел. Не может или что? Да чего бы он обиделся? Кто там говорил? Что последняя зама ее. Нет, ты ж обиделся. Чё бы он обиделся? Чё случилось? А чё? Сейчас он даже писал, что куплю. За голду. Бля, ничего, что он волю залутал на... И нахуй. Ничего они... не обиделся. Что вы несёте? Да там было завтра. Ну, надо было все-таки в БДК, блядь, оставаться на этих боссов, да и не парить, без мозги. Так, ладно. Давай из морского флопикса с Уанем. Ребят, у меня проходки нет для 25 гер. У тебя не убит пол ЦЛК? Да, у меня лич синдр остался. Бля, чё ж ты так не приходишь? И делали бы нормально дамажить. Ладно тогда, эмобой тут? Мобой, раз, раз, два, два. Там же именно 25-ка фул нужно, да? Да. Давай с клоном тогда. С клоном демона прыгай. А пепелок дамажащего все. Теперь по боссу будет всегда играть на первой фазе. Пудреван давай и Дексиона. Лексиона. Мистер Бон, ты будешь напуливать слева. Для Мединати ты справа напуливать. Запомните, не спешите врываться в мобов. Дайте танку развернуть их вначале. Потому что эти с топорами мобы сразу шотают. Так же сбивайте косты. Сразу тебя стопну. Знаешь, короче, надо сводить центр прямо сюда. Вот. Ну, надо, вот чтобы гипали и сводили трэш. И сразу их, короче, это заливать пачкой. Если вы делите байтами там бить, короче, долго будет это все. Хорошо, давай по-твоему сделаем этот. Будет такое решение даже. Смотри, тогда будет слева танчить уфолог, справа будет вакати танчить. Сенджикс, ты на лестнице танчишь. Это на первой фазе. Ты будешь с лестницы грипать, мама. Смотрите, под топоров, под челов с топорами сразу не подходите. Также осталось Бенни Бинати, ты помогаешь напуливать мобов справа, а Мистер Бон слева. Как они вышли, сразу на пол и закинули, идете, закидываете верки свои груси. Вот. На пол уфолога, также в центре их можно будет постанивать и разворачиваем. Лицо, под лицом вот с топорами не стоим. Вот, будем тогда здесь их где-то в центре заливать. Все остальные расстрелы точно. Будреван и Декс играют по боссу. Все время. Так, смотрите, не врывайтесь в мобов, пока их не развернут. Поможет сбивает косты обязательно мужикам в юбках. Приоритетом давай, шнурки ты будешь сбивать мужику в юбке слева. А пока будешь мужику в юбке справа сбивать приоритетом косты. На лестнице сбивает, если что, если выходит Сенджикс. Лестница выходит. Если где-то выходит по два мужика в юбках, там слева или справа, то тогда... Будем помогать забивать. Дальше, не жалейте дизармы. Тоже отдавайте дизармы. Также, когда контроль. Мили чуть-чуть отбежали с мини-зоны, и все, абсолютно все стопают ауе. Также, у кого есть всякие там коши и так далее. Коши, блайнды, это касается рок. Все это тратим. Вары тратят масферы. ШПшники тоже тратят. Люди цешники, масферы. Обязательно. Так. Если переходим. О, Влас зашел, нужен. Короче, это, смотри, Вадим, тут надо будет еще трэш, а у Еди спелить, типа там будет бросаться на них.
Так он... Власть вампира, или как она, не помню, короче. Там ты прям будет орать, прям, и надо будет диспелить, не проебись. Давай не Вадим, а лучше кто-нибудь из этих, из ученого метка не хватает. Давай, Слава. Вот тут, смотри, Стаж, я в ДЦ диспелил, все нормально, блядь, 2-3 круга кидал, и все снял, ну. Ну, давай. Давай этот... Дизарм закидывать в мобов, которые с топорами. Не жалейте, закидывайте дизармы в мобов с топорами, особенно на второй фазе. На второй фазе выходят только мобы с одной стороны, два вара есть. Вон, пусть мобы, вы одному, один одному, второй второму дизарм закинули, просто мало ли кто зайдет под лицо. Ну такого вообще не должно быть, что кто-то зайдет под лицо. Так, Питвок, давай обратно в этого. А, Блаза Сумон. Там еще один хаз. Замену. Вадим, трэш будет сводиться в центр, типа, понял, чтобы РДшник и максимальный ШПшник быстро его разъебали. Один нормальный хан зашел, заебись, это очень хорошо. Так, теперь касается второй фазы, запоминаем, кто как стоит. Точнее, не все, сказал. На первой фазе и на второй приоритетом контроль будет. Когда контроль, вы, ребята, сразу же... контролите, не ждите, что за вас это делать. Так же все должны обязательно снимать путь, это касается меликов. На второй фазе играют по мобам Майлик, Шнурки, Трусователя, Покал, Байтик. Эти 5 людей играют по мобам. И слева будет, и точнее, на второй фазе будет Танч Тюфолог, а Вакачи и Сэндрис будут на боссе. На второй фазе. На первой фазе Сэндрис, ты сзади Танч. А пока у тебя будет на второй фазе гриппать моба с лестницей. И смотри аккуратно, я буду стараться помогать его примораживать, чтобы он тебя не убил. Теперь по РДДшникам, это касается именно второй фазы. Стоите так на второй фазе. Так, Луна будет стоять, Сацунная Дексиона, Череп будет стоять, Ону, не Ону, Гламур Дневная, Трусы будет стоять, Ону, Войд, Ромбик будет стоять, Ромбик будет стоять, Претендед, Гламур, Звездочка, я же в черепе. В черепе, я тебе сказал. Так, тогда Джанг. Претендер Джанг. Печенька. Пепелок. Варианти. Буаз, будешь в звездочке стоять. Твоя задача будет перебегать, помогать напуливать на второй фазе мобов, когда мы на вторую перейдем фазу. На крестик будет Скибиди. Скибиди, кто там еще остался, определенно. И все, кого не назвал, в квадратике останутся. Это касается второй фазы. Также, если мы переводим босса на вторую фазу, смотрите, ребят, допустим, стоите вы возле креста, не стоите вдвоем в одной точке, чтобы вы успели разбираться. Другой один, допустим, здесь чуть-чуть, другой здесь. Держите рейнг над собой. Появился дух. Это самое важное. Появился дух. Ваша задача — заносить дух крестом, допустим, дух луна, и дух, там, допустим, босс. Это значит под боссом. Дух милизона. Это касается всех миликов, пятерых. Милики. Появляется дух, вы сразу чуть отбежали от этого духа. Смотрите, в кого он бежит. Если он бежит в вас, сразу автоматически останавливаете, ищите момент. Ну, Андрюх, переставь тогда метки ты, череп и квадрат, у тебя же есть помощник. Куда нужно ставить? Переставь просто метки, метки те же останутся. Куда ты считаешь нужным. Так вот, появился дух. Появился дух. Ваша задача приоритетом съебаться от этого духа. Если вы его ловите, вы убьете не только себя, вы убьете еще нескольких людей. Поэтому обязательно, обязательно духа, от духа убегаете, его нужно будет кайтить. 100%. Иначе мы босса не убьем. Также, претенды, ты приоритетом всегда кого-то контролишь. Я контролю кого-то, и кто тут еще есть? Там, давай, и все локи оставшиеся, кроме Декситуан и Будрэйвен. Тоже приоритетом контролят. Маша, ты тоже ветерки закидываешь приоритетом. Лужи на первой фазе тоже кучно не стойте, чтобы лужа вот всех сразу не кидалась. Ну, все, надо пробовать траить дальше, смотреть. Ну, сам, типа, я ничего ставить не хотел бы. Просто возьми вот по одному человеку, вот ты добавишь, то я, ну, понял. Типа, ты ставил по два, возьми по три, поставь и все. Метку. Ставь просто еще где-нибудь рядом метки, просто чем больше мы... местность занимаем, тем меньше вероятность, что мы словим этого духа. Поставь просто, ну ты ж бил просто уже, есть какой-то опыт. Поставь
Да там, ну, типа, там особо у Кирилла меток нет, там, блядь, 2-3 метки и все, он примерно сторону озвучивает, и все, остальные все сами соображают. Слушай, на какой примерно метке я точно после начну залипать чуть-чуть? Я тебе там говорил, оставшаяся, какая там осталась метка, я уже не вспомнил. Хорошо. Ну вот, квадратный ориентируюсь. Все, все остались на своих же метках, сейчас их просто переставят. Чуть-чуть. Бабни то, пожалуйста. Сейчас, да. Поставь еще две метки куда-нибудь, типа они примерное место. Все, все метки. А что череп уже переставили? Новый череп или старый? Смотри, череп будет примерно здесь. Чего? Вон, чуть-чуть отбили. А так те же метки. Кто был? Ну все, давайте пробовать. Рыбу сейчас ставим. Просто до этого череп вот здесь он не был. Да какая разница? Ты просто запомни, куда череп. И череп чуть дальше там будет. Вот. Ладно. Я просто тут не был. Я тебе скажу иначе. Смотри, я скажу иначе. Типа метка это условно типа для озвучки духов, чтобы вы понимали для себя, короче. То бишь Саша вас распределил, чтобы вы просто паком не стояли. Если тебе нету места, найди себе в любое место метку и все, типа. Если озвучили дух, типа, ты просто стоишь, смотришь духи, типа, короче. Если, типа, озвучили метку, еще ты, ну, добавок, значит, где-то рядом с твоей меткой дух, нахуй. Если его не видишь, просто пиздуй, бежи. И все, на этом точка. Хорошо. А в тучке, если вдруг не ваншотим? Дух. Ваншотник. Тебя не ваншотник, ты ваншотнишь рядом с тобой стоящих. Духов нельзя ловить вообще от слова совсем. Понятно. Смотрите, тут я вам сейчас добавлю, погодите. Тут силить практически нехуй. Вот честно, типа, тут немного сидит, я тут сидел. Тут, если вы что-то делаете не так, просто люди будут умирать. Тут особо не просили, что-то люди шотаются, и все. То есть просто исполняйте системную тактику, и вы убьете босса. Поэтому, если кто-то будет ловить духов, готов всегда идти на замену, и сразу минуса получать. Первое, следите за духами. Появились духи, сразу поворочили головой. Где дух? Опа, идет в меня. Надо что? Я не бью босса, бегаю. От него. Приоритетом убежать от духа. Если ты его ловишь, тебе спиди. Да, сейчас, да, надо. Да. Декс. Так. Что-то не хватает у меня. Что-то не... А, припотов есть у кого припоты у меня закончились? Да, и тут припоты все пети тоже. Типа, будет ДБМ пул, с пулу пети припоты. Мне такие припоты нужны. Мне нужны на хосту. Я МК закинул в Дексиону. Макс. Короче, у меня еще один момент, я, может, проебался, прослышал. На второй фазе кто со мной ебашит трэш? С тобой ебашит трэш, смотри, трусователи, пока лидит бета-тестер Майрик. И Блас напуливает. И потом напуливал, и сразу же светится в босса. Это самое, Саша, Андрей, мы так же, как раньше, озвучиваем свои метки, типа, крест там вышел, дух. Смотри, как вы будете озвучивать? К примеру, вы можете здесь пудить, только не говорите лишнего много информации. К примеру, дух звездочка, двух бежит, дух воет, допустим. Это значит, он бежит воет, к примеру. Все, больше не надо информации. И можете все говорить, кто кто заметил. Помогайте. Можно друг просто говорить буду, дух звездочка, не знаю, и все. Только при этом не ешь, пожалуйста. Очень вкусно конфетка, Саша, прости, пожалуйста. Все, да. Короче. Слушай, я расставился, да? Смотрите, поставлю маленький акцент, ребята, вот Дексон определенно, там у них, кто там еще, выбирайте топ ДПСеров, прям, кто прям ебашит, и бафайте их, там, бросайте эту хуйню, типа, ну, понял, короче, от наги. Давайте МК топ ДПСерам, давайте, короче, эти, как называется, ебаны, истерию тоже топ ДПСерам. Все, типа, тут надо максимум ДПСа. Без всяких выебонов, типа. Да, да. Поэтому... Ну все, давай просто пробовать. Первая фаза рассредоточить. Мобов в центр сводим. Центр на этом. Как вы смеете вступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Центр, повели мобов. Под топор не лезем. Смотри, топор уже сэндвикс. Под лицо к этим мобам тоже не лезем. Минус бетик. Оставай, диспел. Так. Контроль через 3 секунды. Ты не в
Пипивок претендент, я притрус. Понятно. Чё так ебашит? Что не законтролили плохо. Нет, трэш что-то бил очень быстро. Трэш, ну типа... Падать. Минус, бетчик. Готов минус удачи или стойте? Кто сказал? Не заходи под лицо к мобам, они сразу сотают. Один удар — смерть. И не жалейте станы. Если есть локи со станами, ждете, пока все зайдут. Застанил лок вначале, потом гнев, по идее, должен работать. Короче, миликом можно бить босса, пока в центр не сведу, да? Да, можешь бить, особенно варчики, которые быстро могут ворваться. Окей. Паладин стоит, ждет, пока подбегут. А, гуманоиды? Окей, тогда нужны локи со станами обязательно. И у кого станы прокачаны из локов? Есть? Пипилок у тебя вроде был прокачан стан. Я только на взломан качаю стан. Давай я дам телепорт, пойдете сделаете билд со станом. Два стана, и это будет проще намного. В центр сводят, просто вначале один закинет, потом второй. У вас под каждый будет два стана. А я по-нормальному БТК сделаю. Давай я ставлю телепорт. Вам. Куда вам? Давар? Адримар куда? Быстрее. Куда поставить? Трэш быстро в этот раз упал. Не сравнил этот с прошлым разом. А теневой колун это клиф, да? От мобов. Потому да, что он шотает сразу. Много людей. Короче, ставлю вам подгород, да и все. Идите. Я лопнусь пока фласк, а то, блядь, сейчас... Может, с такими... знаешь, Вадим, бетик дает просто 7-1% АП. Я тебя вместо мистера Бонда закину. Здесь мистер Бонд, в принципе, не так важен. Здесь АУЕ важен. Вот так. Следите, очень важный момент, чтобы вас не убивали мобы кливом. Убивают, где будет сразу. Так же, видите, контроль появился, сразу контролите людей. Контроль приоритетом, а духов убежать приоритетом. Лучше не задамажьте еще. И смотрите, как я сказал, должны обязательно все посливать билки перед контролем. И сами следите тоже за контролем. Я за всем здесь не смогу следить. Еще очень много всяких механик. Должны сами отслеживать, когда контроль, то все посливать свое, там, масфир. Бэша, если есть, там, и так далее. Такие вот вещи. Оружие снять обязательно. А не зыбу, не зеленку, коши поотдавать обязательно. Блайнды поотдавать. А если ДБМ... Паладины бабы должны поотдавать обязательно. А если ДБМ снимает оружие, надо все равно сливать? Ну конечно, ты же, блин, этот... Ты же пойдешь поубиваешь. Лапками побью. За мамой он не сильно бьет. Нормально паладин бьет. Не получится Синдрея, у нас один Синдрей, Даня. Я могу только сделать вот так. Тут Синдрей еще есть. У нас один Синдрей. Синдрей это апокал. Сейчас, Владик, секунду. Ну, ладно, в принципе, вы важнее. Ладно. Пока он немножко урона потеряет. Давай так. Я вас бафаю на СПД, Рианти бафает на хосту, и апокал бафает на крит. Нет, в принципе, мы убиваем босса. Я смотрю по ДПС, вот ДПС достаточно. Если делаете все качественно, босс умирает. Только, ну, он умрет при одном условии, если все сделают все правильно. Другого не дано. Я дам Ридара вместо воина. Да, ну, тыкните еще раз на сум, пожалуйста, мне. Ага, спасибо. Давай, первый будет стан отдавать пипилок, второй будет джанка давать. Так я в демоне.
А, ты в демоне, в натуре. Нет, что мне? Тогда будет первый данг отдавать, будик второй будет. Отвлекешься. Чуть-чуть от убийства. Давай даже не так, ты первый отдашь танк, как их свели, и будет спокойно бить босса, а жанр продлить. Какой там каст надо сделать, не помню, пожалуйста. Что еще раз? Какой каст нужно сделать? Каст, все касты, которые кастует именно в юбке мужик. Он, если его закастует, он вешает отражение. Машечка, дневная, заходите, давайте быстрее. В жопу вашего ладыка, блядь. Не, просто чтобы по ДК спека надо почитать, как дышу, какая ротация у него. Захожу. Смотри, тут все то же самое, Влад, как на обычке, только мы мобов сюда сводим в центре. Твоя задача, как их свели, сразу их застанет всех. Ну не сразу, после Будрелана. И на второй фазе ни в коем случае не ловишь духа. Короче, это... У нас нет еще одного танка ДК, может вместо меня даже взять. Сюда бы 3 ДК было бы охуенно. Типа, понял? С правой стороны 2 гриппают, короче, и пацанов в юбках, и слева одного. Можем типа, сделать тебя в сову. Можем делать тебя в сову, и будет даже приоритетнее, а пока во танк. А сколько у нас детекторов? Я могу надеть. Сань, или ты не понял, чего Андрюха имел в виду, что нам бы еще ДК, чтобы тягать. А не то, что они сейчас спеки поменяют. Ну да, мне пришлось оставаться на одном в юбке. Я вот не пошел. У нас есть тогда Женек. Женек может зайти на ДК. Мне кажется, ШП здесь полезнее. Не, ну... Давай попробуем так. Не, я говорю, смотри, смотри, пойди, к чему ведут. Знаешь, это просто надо как-то сделать так, чтобы, типа, условно, с правой стороны два, типа, гриппаются мобов сюда, ну понял, типа, и пацаны в юбках, а с левой стороны бросается поочередно муд ДКшником, я не знаю, там, понял, чтобы он не кастил, а прибежал сюда, чтобы он там не остался. Маша, типа, если ты так тут... Распределить. Подожди 5 секунд, я Маша объясню. Если ты вдище с нами, закрой просто клиент через альт, ну, просто его закрой, и зайди через папку. С игрой зайди просто в игру.